Итак, мы приехали в апартаменты. Джульетта нас встретила сказочно. Надавала кучу надувных штук, притащила 3 литра вина, полтора из которых мы угадали. Теперь я в этом состоянии буду пытаться надуть вот это вот чудовище, поскольку дочь требует. Вообще, зрелище не для слабонервных. Сонька! Сонька, иди помогай! Мать сама не сможет, давай, помогай! Вы вообще когда-нибудь пробовали в пастеле? Фу, блин, литра вина налить на, фу, блин, надуть круг. Вот, а я пробую. Блин, это же круг как пончик, он очень прикольный. Так, дочь, подожди, пончик, не пончик. Я больше не могу, давай, ты чуть-чуть подуй. Давай. О, каши мало ела. Во, во, давай. Давай, давай, давай. Что-то у нас там один краешек какой-то не надувается. А, это форма. Дочь, сейчас лопнешь. Выдухай, бобёр, выдувай. Подожди, а да подожди, он сейчас выдохнется весь, блин. Я падаю, мама, я не могу. А я-то как падаю? Ой. Ешь, надо снимай. Наша мама супергерой. Она надувает шарик и потом на нем висит. Потому что она дышит углекислым газом. Смотри, гелием она дышит, я запуталась. Ура! Ура! Мы победили его. Все, идем на пляж. А я?